Самое главное в том, что здесь правильно все сделано. Он рушит, а основной удар выходит на девочек. Не там, выходит. Да нет, но девочек же видят-то. Девочек видят. Что? Для масс. Для масс. Нет, для масс. Замечательные отношения. Для масс, а не для продюсеров. Вот опять. Он же хочет сейчас по телевизору показать, какие девочки плохие, какой он хороший. И выдвинут себя вместо девочек. Хотел. Вот о чем разговор-то. А если бы он был нормальным продюсером, он бы такого бы не сделал бы. Никогда. Он бы никогда бы не смог бы опустить своих артистов, которые его же так же подняли, как он их. Да, Лиза? Курилка, курилка, курилка. Ой, какой у нас язык. Вот какой наш язык. Вот какой наш... Влад, дай голос. Влад, кто это? Влад, кто это? Будет и второй, и третий альбом, и пятый. Только не здесь. И не с Ваней. Я уже об этом говорил. Девчонки готовы работать, готовы писаться, готовы петь, готовы выступать, но только уже в нормальных условиях и с нормальными людьми, которые будут к ним нормально относиться. Талик, поедем в Америку все вместе. Правильно? И там будем писаться. Весной. Ну, как там, раз и когда... там будем альбом писать. Слушай, мне спонсор звонит. Вдруг... Спонсором, говорит, проект закрылся. Все. Нет, спонсор собирает бабки последние, сколько можно. Счет мы тебе дадим, Артур. Да? Счет в Латвийском банке. Пусть туда перечислят. Скажи, что девки будут ходить в одежде, например, не снимая, везде показываться и будут участвовать во всех рекламах. Сразу продать компании в 5, знаешь так. Тату, да, и девок руки оставить. Давайте кастинг с понедельника делать. Группа Тату объявляет кастинг на замещение должностей вокалиста. Не надо тату это делать, вторую тату. Не надо. Просто нужно спеть эти песни. Ну давай товарный знак продадим просто. Можно, но это другой вопрос. Нужно спеть эти песни. Эти песни нужно спеть. Которые я отобрал уже. Конечно. И записать альбом. Хорошо, давайте сделаем. Дадим объявление. Иван Шаповалов объявляет кастинг для нового проекта. Нет, не нового проекта. Кто хочет спеть эти песни, это... Я не думаю. Я считаю, что это продюсера может быть только один успех. Один раз. Вот мое такое мнение. Они достаточно взрослые, и они уже на этот период достаточно разбираются в том, что хорошо, что плохо, им никто не мешает подбирать эти себе песни. И показывать, например, анализировать. Но найти человека, который возьмет на себя ответственность за коллектив первой величины, скажем, мировой, это очень трудно. Потому что продюсер – это не просто человек, который песни там выбирает. Это все. Инвалиды!
инвалид.